Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобой поиграем просто в легендарную игрушку под названием Машинариум. Ребята, это реально игра детства. Вышла она, слушай, по-моему, в 2014 или 2012 году. Я честно не помню. Ну, при том даже обновление было год назад. Не знаю, что там уж, что-то, видимо, пофиксили. Блин, вы просто поглядите на это. Вы просто посмотрите. Погоди, их можно трогать как-то? Ну-ка, погоди. Это можно, ребята. Блин, это музыка. Ребят, обязательно ставьте лайкосики, залетайте в Телеграм. Очень важно. И дела, чтобы не пропустить новую серию. В общем, играть новую игру. Да, конечно, последнее время мы с тобой... перестали думать, да, это правда, потому что сейчас и игры такие выходят, да и хайп, тот же самый Скибиди Туалет, там думать не надо, ребята, расслабони, а вот эта игрушка, блин, ребята, тут можно, наверное, я не знаю, на сколько часов зависнуть. Свалка, начни здесь, ух ты, какой маленький, ух ты, воруй, смотри-ка, начни здесь, нас немножечко обучают, ребята, помогают. Так, ну что? Опа. Туловище есть, ребята. Так. Ты можешь взаимодействовать лишь с теми объектами и персонажами, которые находятся в пределах досягаемости робота. А в любой момент можно нажать на голову робота, чтобы удлинить или укоротить его тело. Ну-ка, дружище. Типа, ножку, ручку дай. Что, реально с этим тараканом можно договориться? Да, ему типа, ему нужна вот эта вот игрушка. Хорошо, мы просто тело, значит, выдвигаем. Мне, знаешь, вот этот персонаж очень-очень сильно еще напоминает на маленького Бендера. Вот я не знаю, ребят, в 2009-м? Боже мой, ты серьезно, что ли? Держи, дружище. Чебурашку какого-то. На каждом уровне есть по одной подсказке. А это путеводитель, он запрограммирован таким образом, чтобы показывать лишь страницу с помощью для текущего уровня. Используй его лишь тогда, когда застрянешь по-настоящему. Ну, я уверен на 1000000%, если эта игра есть на телефонах, там, я думаю, бесконечные подсказки, просто смотри рекламу и все. Как вот сейчас обычно и бывает, да, дружище? Но, блин, ты понимаешь, вспоминаю вот реально вот там 2009-2010 год, где там... Там такие жесткие игры были. Нельзя было там пропустить что-то, да. Там надо было именно думать. Пока не пройдешь, не уйдешь. Ой, как он быстро прикольно ходит. Так, что это у нас такое? Это нитки. Смотри. Правильно, давай. Идем. Вообще, ну, подсказку, наверное, пока не будем использовать. А тут... Слушай, а погоди, или это подсказка? Это что-то такое вот... Я что-то вспоминаю, ребят, тут, по-моему, мини-игра, что ли? Да, пью. Блин, немножко... О, есть, ребята. Или не надо, погоди. Это, по-моему, как раз подсказки. Давай чуть попозже. Так, а тут у нас... Окей, нет, вроде как и это. Не, мне просто сохраниться, например. А как мне сохраниться? Ну-ка. А, ну вот просто так, да. Escape, сохранить. Не знаю, зачем еще раз. Мне просто надо было, чтобы мне комфортнее было. Это мы такую сложную сейчас задачу прошли, ребята. Конечно, сейчас надо было сохраниться. Так, магнит. Он не просто так. Это что-то напоминает... Сейчас будем удочку делать, да? Иногда можно скомбинировать два предмета в инвентаре. О. Так, замечательно. Ну, я уже понял, да, маленькая, так сказать, подсказочка уже была. Что нам нужно... Нет? Ну, там внизу что-то. О, вот так вот можно, если что, ребята, приближать, кстати. Вот. Может, как-то... Так, понимаю. Ладно, давай-ка вот так. Может, нам нужно... Это удочка. Понимаешь? Вот. Это леска. Крюк. Сейчас будем ловить, ребята. Погнали. Ну что, ловись, рыбка. Большая и маленькая. А вместо рыбки у нас рука. Да. Выживший, уйди со свалки. Смотри, я даже достижение прошел.
Поучил, точнее. Все, прошли игры. Ну что же, ребята, на этом все, мне кажется, на сегодня нам хватит. Очень-очень-очень мы с тобой сейчас долго думали, голова заболела, ребята. После скибиди туалетов, ой-ой-ой-ой, мы очень много сейчас подумали. Ладно, нет, конечно, мы нормально поиграем с тобой. Опа, нифига нас пнули. Слышь? Какие-то полицейские, да? Открывай. Понял. Блин, атмосфера-то вот это, ребята. Вот эта атмосфера. Поглядите на это просто. Вот бы побольше. Слушайте, если вы знаете подобные игры, ребят, обязательно в комментариях напишите. Будем играть. Смотри, воробьишки. Ну что вы маленькие? Я хочу вас потрогать. Нифига, смотри, что делают. Слушай, когда я первый раз играл, я этого не замечал. Смотри, что делать. Пык-пык. Ладно, понимаю, понимаю. Да, тогда я не был таким испорченным, ребят. Сейчас сортирный юмор, все дела, да. Конечно, не обращал на это внимания. В общем, нам что нужно сделать? Ребят, как я понимаю, просто замаскироваться, да? Вот смотри, дружище, вот мы вытянулись. Здорово, брат, пропускай. Открывай ворота. Что он скажет? Как ты думаешь, не положено? Не положено. Угу. Ладно. Так, а у нас, получается, есть вот такая штука. Мы ее, я так понимаю, можем покрасить, да? Да, мы ее можем с тобой покрасить. А что тут еще есть? Тут есть вот эта лампочка, и она прям вот, ну, прям вот, вот смотрю на нее, и нужно забрать по-любому. Так, тут мы хитро делаем. Давай, дружище. Сейчас можем на одну перекладинку еще пролезть. Еще одну берем. Вот так вот. Не, пока легко, если честно. Не, я когда-то проходил, конечно, но я говорю, это 2014, по-моему, год был. Потому что я посмотрел, ребята, ну, эта игра у меня есть в Стиме, и там было написано «Последний запуск, 2014 год». Тогда, видишь, даже ачивок не было. Так, зачем ты это берешь? Нам как-то надо... А, да, видимо, до конца? Ага. Может, вот так сделать? Да, так же просто. Ой, прям свалился. Вот, теперь мы можем объединить, нет? Так, а если ты оденешь? Давай вот так вот сделаем. Подойдет. Так, эту штуку еще раз... Вот оно что, ребята, вот оно что. Вот, да. Я не знаю, почему я там не мог. Вот, и теперь мы можем с тобой покрасить, да. Все, отлично, ребята. Одеваем. Не-не-не, давай, дружище, одевай. Так. Да, ура, ура. Как это, слушай, забавно. Все, мы вытягиваемся и говорим, пропускай давай. Сейчас-то точно ты должен меня пропустить. Ну-ка. Да, все, отлично, отлично, отлично. Есть, ребята, есть, 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 есть. Блин, как он идет. Ребят, вы поглядите. Вы только поглядите, тихо, тихо. Блин, не упади. Слушай, он, походу, на масле может сейчас упасть. Ух. Так, ну, бывает. В жизни бывают такие огорчения. А, так, вот эта штука прям вот, ну, вот манит. Прям манит. Что у нас есть? Давай смотреть. О, ага, интересно, интересно. А, здесь можно пройти, да? Я так понимаю. Так. Воу. Ну, прям вроде как надо, да? Так, давай, попробуем так. Нам надо просто проверить. Так, смотри, здесь у нас какой-то крючок. Берем крючок. Опробуем вот эту штучку сделать. Она проезжает. Она просто проезжает и все. Угу.
Так, это похоже, как будто я снизу могу толкануть. Все просто, ребята. Так, ну, тогда почему мост открывали, упал бы сразу? Кстати, да, слушай, я даже... Я тоже как бы... Зачем реально? Зачем мы действительно столько действий делали, когда мы могли просто спрыгнуть вниз и все? То же самое было бы. Так, смотри. Ну, сейчас-то точно нам не выбраться. Хотя, кто знает, может, он реально бы спокойно там раз-раз-раз смог попаркурить и наверх забраться. Ну, не знаю. Так, в общем, вот такая вот тележка у нас едет. Давай немного оглядимся, посмотрим. Меня больше всего интересует, как вот это достать, а потому что это прям очень манит. Что ты, дружище, думаешь? Что ты думаешь по этому поводу? Вторая. Так, есть. Ну, теперь точно, ребята. Да, да, он может это сделать. Все, берем эту штуку, друзья. Теперь надо подумать, для чего эта штука? Так, вот мы подобрали. Подобрали ее. А вообще похоже... Да, 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 да. Чтоб тележка, короче, сошла. И тогда мы с тобой можем... Ха-ха-ха-ха. Интересно. Интересно, друзья. Все тут непросто. Это круто. Это круто, действительно. Вот. У нас она есть. И все, мы теперь можем просто... Открывай, дядя. Открывай давай. Есть. Блин. Возвращение в город. Попади в машинариум. Да, есть. Ой, это какой-то... Это какой-то хмырь, ребята. Это 100%. Смотри, что он делает. Нормально уголь жрет. Подпитывается. А, он вспоминает. То есть в детстве вот такой вот говнюк просто подошел. Вот просто есть такие, на самом деле, ребята, люди злые. Либо, ну, они тоже, знаешь, злые... В основном там травмы в детстве. Может, там батя ушел. Может, его били там, как не знаю кого. Мало ли. Тоже есть такое. Ну, окей, он сейчас... Так, а если мы еще раз нажмем, что у нас произойдет? Ага, так он сейчас, наверное, вернется опять за новой порцией. Что ты думаешь по этому поводу? Нет, нет. Ладно. Так, ну пошли. Первое, что бросается, это ключ. Первое, что бросается, это ключ. Мы его с тобой подбираем. Вот, с помощью этого ключа, наверное, можно как раз вот эту штуку наверху. Ого. Либо, погоди, у нас вот такая штучка есть. Оу. Да, видишь, это уголь, то есть подпитывается. По факту нам, знаешь, как бы сделать? Нам нужно забраться. Да, нам нужно забраться. Так, давай вниз. Давай вниз. То есть это, я так понимаю, настройкой. Так, 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 так. Я могу, конечно, вот так вот забраться, но... А можем мы вообще успеть, интересно? Кнопочка. О-о-о! Это то, что нужно. Так, вот теперь у нас немного все по-другому. Так, пробуем. Все наоборот стало. Да, и теперь эта штука. Да, это-то нам и нужно. Нет, дружище, ты долго будешь идти, ты долго будешь идти. Ты не успеешь. Да блин, ну ты серьезно? Он реально шел таким ростом. Становится длинным, но медленным. Так, ладненько. Раз, два,
И быстро мы с тобой. Давай. Во, просто ждем, ребята. Просто ждем. Сейчас вроде как нас. Да. Сюда. Нет? А ты не можешь как-нибудь. Понимаю. Все не так просто, ребята. Итак, что нам нужно сделать? Пробуем так. Нам надо поглядеть. Нам нужно, чтоб нас отпустили. Но все-таки эта штука либо как-то вот. Можно, кстати, вот так вот делать. Вот. Ну, одно из двух, чуваки. Либо мы помрем, говорится, либо нет. Бырей. Давай. Так, надеюсь, конечно, мы сможем выжить. Так, да, сюда. Нам туда не надо. Да, отлично, мы смогли. Этот ключ, вот я сразу заметил, что отсюда. Два. Вот давай так сделаем. Вот сейчас что-то новенькое будет. То я, конечно, забавно сделал. Все точно так же получилось. Глядим. Так, понимает. Оу май. А ну-ка, а что тут? Типа ты сейчас починишь, да? Нифига себе, блин, погоди, мы точно нормально делаем? Что-то у меня есть такое подозрение, что сейчас... Блин, ну, конечно, электрики мы еще те. Ладно. Вниз. Так. Что-то мы с тобой, мне кажется. Так, ну сейчас поглядим, как получится. Ну давай, брат. Ну, уже не успеем, наверное, да? Ну, по факту надо было... А, вот... Вот так вот, знаешь. Куда? Да. Все, найс, ребят, прошли. Отлично. О, тут уже у нас какая-то банда. Ты гляди. Ёкарный бабай, ребята. Они не жрать собрались этот уголь-то. Бандиты. Последние бабки забирают у нас. Да. Полицейские закрывают глаза. Печально, это печально. Ты что делает, да? Прям вымогает. Опа, он заметил. Нет, блин. Буньк. Ну все, нам хана. О-о-о. В тюряге, ребята. Тюряга онлайн, блин. Я когда в ВК играл. Все тут. Ну что, рейдик надо. Ребята. Блин, я не помню, там еще боссы какие-то были, ребят. Что-то харкнуть баланду, что-то такое было, капец. Так, бумажка у нас есть. Понимаю. Понимаю, к чему все ведется, кстати, ребят. Не. Так, давай поглядим, что у нас здесь. Мне надо, короче... Оп. О, чибрики, здорово. Здорово, ребята. Вик. Могу я им дать, интересно? Потому что у них бумажки-то нет. У бедных. У нас почему-то есть. Но у них нету.
Давай посмотрим вообще, что тут есть. Можно, короче, приблизить. Да, похоже, это можно выкрутить. И я так понимаю уже, ребят, а нам нужна... Нам нужна палка какая-то. Вот знаешь, типа вот ключ, чтобы открыть люк. Так, дружище. А, понимаю, понимаю. Так, ну это ж... Секундочку, секундочку. Вот что нам нужно. Вот что нам нужно сделать. Так. Так. Мы же осуждаем. Осуждаем, ребята. Хрень какая-то получается у нас. Ну, держи, братишка. Ну-ка. Пойдет. Сработаемся. Вот у нас и есть рычаг. Скажем так, ребята, что, соединяем, не? Ну, брат, ну это, ну прям, ну это видно, как будто надо соединять. Либо. Ну-ка, челы. Ну-ка. Обосрались. Так, погоди. Ну-ка сюда попробуем. Ух, Лена выдвигается. Ой, ёшкин кошкин, погоди, я что-то вспоминаю это, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что-то жесткое сейчас будет. Там, по-моему, головоломка, мама, не горюй. Так, есть швабра. Вот, отлично, ребятки. И вот сейчас-то... Да, соединяем. Вот оно что. Смотри. Все, выкручиваем. И попадаем вниз. Отлично. К братанам, интересно, можно зайти? А чё нет-то? А чё нет-то? Когда да? Здорово, пацаны! Ну что, побег, планируем! Все? Это все, они просто испугались. Смотри, тут какая-то у нас фигня. А что у нас вообще тут? Ага, они закрыли, прикинь. Ну, надо было попробовать. Так, я плохо вижу, ребята. Я немного плохо вижу, но сейчас поглядим вообще, что есть тут. Может, мы можем просто туда пройти? Да, мы можем туда пройти, ребята. Оу. Так, ну, наверное, сохраняемся. Я потому что... Мы уже нормально так поиграли. Так, а я что, наверх могу? Ну-ка, ну-ка. Да, вот смотри тут, кстати. Смотри, какая штука. Не, наверх я не могу, но... Так. Ух, ля, крыса. Швабру забрала. Блин. Да, если он увидит, понятное дело, что будет. Слушай, одно хулиганье, а? Погляди. А это, видимо, девушка. Ах ты говнюк, а какой, смотри. Охренеть, как ржачно. Так. Ага, это плохая затея, я понял. Да, если мы сейчас это возьмем, это очень плохая затея будет, он увидит. Нормально он так мишень расстрелял. Смотри, у нас ключ. Ключ, вот что нужно, да. Так, швабры у нас больше нет. Что мы могли бы тут сделать? Не-н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 е. Так, давай вниз. Поглядим, что у нас вообще внизу есть. Как-то надо, короче, его выманить. Каким-то образом. Давай подумаем. Свет, ну это тупо. Это тупо будет, конечно, если мы свет с тобой там что-то сделаем. Это фигня полная будет. Слушай, а что если он упадет, когда будет стрелять? Он же как бы, смотри, он как внимательно прям так смотрит. Возможно, он нас не увидит. Когда будет раскачиваться, мы его попробуем сейчас. Опа. Да, давай. Молодца. Время. Вниз. На всякий случай вниз. Он даже не удивился, смотри-ка. Ладно. Раз. Оп. И вот сейчас возьмем пульки. Да.
Он такой поглядит, а пульта нету. О, есть. Это оно. Это оно, ребята. Все. Мне кажется, можно уходить. Погоди, ты хочешь сказать? Нам нужно наружу. Так, время, в принципе, достаточно. То есть, видишь, он как бы долго собирает эти пульки, все дела. Так, а тут как будто такое чувство, что два ключа нужно. Ну ладно, была не была. Короче, что делаем? Насобирал он пули. Ждем. Так, есть. Забираем. Вот так вот делаем. На всякий случай, кто знает. Ну да, 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 бро, 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 иди, иди, иди. Давай, блин, что ж ты маленький-то такой? И быстрее назад, 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 назад. Я надеюсь, я что-то правильно сделал, но есть чувство такое, что нет. Ничего не изменилось, прикинь. Интересно. Я понял. Все, я понял, ребята. Смотрите, мы открыли камеру вот с тем детком. Вот в чем заключается-то прикол. А нам сейчас надо другую открыть. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Где два чела вот этих вот. Вот, вот теперь он забайтится. Все, вниз. Смотри, идут! Нормально, жопу почесал. Хорош, молодец. Типа, вы чё, блин? Ну-ка, стоять. Они пошли обратно. Ага. Точно. Это как же. Как достать соседа, ребят? Быстрей. Да стой, да куда ты? Во, 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 молодец, 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 молодец. Как достать соседа? Там же тоже были, короче, шарики, и там просто он падал, и все. Ну все, вот, да, это заскриптовано. Я думаю, может, их быстрее надо? Не. Вот. Блин, это очень крутая игра, ребят. Ну почему так годно круто делали? Это же капец, это очень круто. Ну что же, все, радуемся, радуемся, ребята. Тут, я так понимаю, давай все-таки мы откроем. Откроем, да. И теперь мы можем пойти туда. Только... Да, не подскользнись. Вау! Я вернулся! Ура! Мы вернулись. Брат, нормально все? А ему пофигу вообще за все. Он смирился, ребята. Он смирился. Так, что же интересно здесь? Господи, реально... А, ну... Да, отлично. Так, тут ничего нельзя, вроде, да? Нам нужно сюда попасть. А-а-а. Так, ладно. Все, я понял, мы возвращаемся с тобой. Нам нужно время, ребята. Что-то с временем. Так, ну тут время я никакое не вижу, поэтому мы попробуем сейчас пойти туда, но что-то у меня есть такое подозрение, что дверь может не открыться. Хотя по факту да, что он же ее не закрыл. Вот где мы с тобой. Так, часы есть, но они движутся очень быстро. Блин, даже выпить, даже кваса нету, ты смотри! Злимся, ребята. Идем наверх. Ну, первое, что в голову бросается, конечно, ребята, просто выйти и все, но что-то есть подозрение. Мы просто вышли, реально. Так, погоди, а зачем тогда это все нужно было? Мы можем еще туда пойти. По факту мы выбрались. Смотри, мы реально выбрались. Но тут что-то, какая-то загвоздка есть. Тут какая-то есть загвоздочка, ребята. Дама, дайте нам, пожалуйста, зонтик. Она говорит, моя собачка потерялась. Ага. Ох, блин. Ладно, пока не трогаем. Пока не трогаем мы с тобой.
Очень интересно. Да я согласен. Спасибо, кстати, что не подсказываете, ребят. Не, реально, нам надо что-то играть вот подобные игры, ребят. Потому что я говорю, в последнее время мы прям это... отупели, по-русски говоря. Ну, ладно, за вас не буду говорить. Я реально, ну, надо играть, ребят. Так, смотри, что у нас тут вообще? Опа. Опа, смотри, смотри, что они творят. А! Бомби. Какой-то у них интересный план, ребята. Какой-то интересный план. Я просто не знаю эту игру. Хикер. Сейчас самая любимая напишет. Вы что, до сих пор играете в эту игру? Не, ну он просто чуть ли не на каждую игру говорит. Вы что, до сих пор играете? Мы там можем час-два какое-то там записывать видео. Так, погоди, а что с временем? Ничего? Так, он говорит. Он говорит, в общем, проблема. У нас есть проблема, Хьюстон, да. Видишь? А, все, они ушли. Кстати, смотри-ка. Угу. Да, да, это печально, я вижу, так, это у нас, о, вот оно что, Михалыч, ребята, вот оно что, час, два, три, сейчас, погоди, 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 о, все, найс, заходим, ребята, блин, 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 ну, время-то ладно, я там чуть-чуть неправильно, но сейчас, мне кажется, ребята... Ох, блин. Ну что, спидран, ребята, погнали. Как я понимаю, надо, чтобы все зелененькие штучки были вот здесь. Опупеть. Я... Блин, я очень внимательный. Ну, у нас в чатике... Я вот тоже говорю, ребят, мы что-то немножечко последнее время... Давайте вот в подобные игры играть. Мне очень сейчас понравилось. Ну, я понимаю, тут, конечно, чувство ностальгии еще, да, ребят? Ну, что-то вот такие надо поигрывать, ребят, нам. Окей. Так. Ну, давай пока... Знаешь, как сделаем... О, уйди. Ля. В смысле? Надо было... Ну, ребят, да нет, ну, конечно, мы немножко отупели, ребята, но... Просто я помню в 2014 году, ребятки, я вот эту вот штуку 30 минут пытался. Реально, 30 минут я пытался ее, в общем, пройти, и мы смогли это... Да вы что, гоните, что ли? Мы время, блин, и то... Дольше, блин, подбирали, так сказать. Боже мой, что за... Ладно, окей, это оказалось вообще не сложно. Ладно. Хорошо, хорошо, друзья. Да, вот это нежданчик, вот это вот неожиданный поворот. Нет, для меня правда. Я просто вот эту вот именно головоломку прям запомнил, запомнил. Что я очень долго ее проходил. А тут вот такое. Ну, с временем, конечно, ладно. Так. Идем дальше, идем дальше. Так, мы получили ган. Смотри-ка, мы получили ган. Я хулиган. Окей. А, нам надо, короче, собачонку с помощью этой штуки, видимо, как-то бинк, туда, к нам. А, что у нас имеется? Что у нас имеется? А, вот эту штуку можно толкать. Брат, зачем ты ее толканул? Зачем ты ее толканул? Можно же было сейчас забраться, погоди. Или нет? Или погоди. Разбираемся. Разбираемся, друзья. Не, наверное, мы бы... Не, не забрались. Не забрались, не забрались. Не, ребят, не забрались бы. Так, смотри. А, вот это мы поставили. Вот это мы с тобой поставили. Что нам нужно сделать? Нам надо... как сделать? Чтобы вот эта штука присосалась? Ну, слушай, мы по факту без подсказок проходим. По идее, а тут они есть. Вот как я понимаю, это одна подсказка, а вот это прохождение. То есть вот, вот где ключиком. Слушай, ну хорошо, пока идем уверенно. Пока уверенно идем. Нам надо, чтобы она вверх присосалась и все, и осталось так. Что мы для этого делаем? Найс. Впрочем... Да,
Ну, тут вот, наверное, минут 30 придется подумать, конечно же. Конечно же. Ну, что ты делаешь? Погоди. Ну, да, это ничего не даст, хотя... Да давай попробуем. Мне просто интересно, что произойдет. Оп. Братик, давай, цепляй. Так бы вот хорошо бы было вот так, ребята, и все, как бы, почти все идеально, почти вот правильно все мы с тобой сделали. Могу... Да, короче, все, я сдаюсь, ребята, тут, к сожалению, я чего-то вот не могу. Давай, дружище, что скажешь мне? Мне нужен зонтик. Давай пройдем, первый раз все-таки пройдем, ребят, погнали. Так, сейчас ниже. Ой, давай, есть. Так. Отлично, ребята, открывается у нас книжонка, и сейчас вроде как прохождение. Да тут целые рукописи, ребята, чтобы это пройти. Ёкарный бабай. Ой, блин. Слушай, ну это прикольно, мне это чем-то напоминает вот чисто, когда были еще... Вообще интернета, можно сказать, не было. И там, чтобы вот пройти, там было прохождение в журнале, я помню, что-то кто-то в тетрадочке какой-то вот был, я не помню вот именно что, какая там игра была, но там прям тоже было вот что-то подобное расписано. Блин, вот это ностальгия, ребят. Слушай, это круто. Короче, смотри, сначала верхнюю, потом нижнюю, еще раз нижнюю, верхнюю. Так, ну погнали, ребята, пожелайте удачи, блин. Скрин легальной читы. Так, значит, смотри. Вверх, вниз, да, ребята? Потом еще раз вниз, вверх. Потом вниз, вверх. Все готово, ребят. Слушай, как просто на самом деле-то, ребят. Да, что-то я немножечко... Окей. И это все ради вот этой вот собачонки. Давай, погнали. Так, раз, два... А тут все просто, тут вот так вот надо. Я еще и подумал, типа, ну блин, может второй-то нужен был вот этот контейнер? Или мусорка, я не знаю, что это. О май ва. Так, что это у нас вообще за фигня? Что тут происходит? А, у нас бочка, смотри какая. Какая бочка? Значит, надо приманить собачонку, чтобы она... Угу. Так. Полный ход, дружище, что такое, а? Так, отлично. По курсу. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Все, вниз. Опа, учуяло, что-то вкусненькое. Вниз. А не пойдет, ребята, а не пойдет. Знаете, почему не пойдет? А потому что нам нужна какая-то штука в виде присоски. Вот оно что. Нам нужна какая-то присосочка. А, так, видели где-то вантус? Вопрос. Видели? Так, стоп. А что у нас за ключ вообще? Вот это какой-то ключ, как будто вот что-то он должен открывать. А что он открывает? Ну-ка, возвращаемся, ребята. Погодите. Масло? Масло-то да, это я понял. Не, это... Нам не нужно. Тихо. Я посмотрим. Я понял, да. Вопрос, ребята. Нам нужно что-то вот наподобие присоски. Все понятно, ребята. Все понятно. Я почему-то вообще не увидел этого сначала. Так, все. Понимаем. Идем. Да блин.
Еще раз, дубль 2 нам нужен. Значит, сразу вот это делаем. Сразу делаем. Ребят, и быстренько наверх. Быстрее, быстрее. Ну, с маслом, кстати, очень быстро. Вообще тут легко. Просто этот бачок вот туда направить. Интересно, а что было бы, если бы сюда направить или туда? Типа, зачем? Так, кап-кап-кап-кап-кап. Вкусненькая маслица. Давай. Быстренько. Блин. Вниз. Брат, вниз! Быстрей. Пока она там не убежала, она сейчас все тут слижет. Только не промахнись, брат. Слава богу. Я боялся. Зверолов доставь собаку хозяйке. Я думал, сейчас он, короче, выстрелит как-нибудь криво. Надо будет обязательно сейчас еще потренироваться. Помните, там мишень? Он начнет как-то из этого гана стрелять, в общем. Бля, с собакой прям. Так, не упадет? Нормально. Везде подвохи ищешь. Ну что же, мадам. Вот, держите. Зонт держи. Наконец. И все это нужно было для того, чтобы пройти дальше. Все! Он немножко водички забоялся, ребят. Ну, по факту, робот, типа, коротнет или что-то такое. Не знаю. Че она выкинула, это пипец. Она бы знала, сколько мы с тобой, блин, это... добывали, да? Она просто взяла, выкинула. Нормально. Да ладно. Так. Вот тут что-то будет крутое, ребята. Тут уже что-то будет крутое. Тут какая-то мини-игра вообще клевая, ребят. Крестики-нолики или что-то шашки, я вот точно не помню. Блин, тут такая атмосфера прям вообще клевая. Ребят, ну это уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась игрушка. Да, блин, мне кажется, вообще... Может, она не понравится, а? Вот эта игра. Не знаю. В общем, ставь лайкосик, залетай в Телеграм. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.